Ты же снял этот клип в качестве режиссера. Расскажи поподробнее, как, где снимали, какова идея клипа. Там же все такое таинственное, нимфы, озеро, туман. Расскажи поподробнее. У нас, если честно, очень повезло то, что это было лето, самого конца июля. Как раз после Европа плюс ТВ фестивал в Витебске. А, в Витебске, да-да-да. Да-да-да, было такое красивое мероприятие. И после этого я приехал в Ригу, мы снимали 2 дня, но я испугался за то, что героиня этого клипа, Алиса Знарок, она просто босиком там прыгала по лесу, я сам еле там на босиком могу так проходить, потому что все больно и как-то неудобно. Был шок, то, что она такая очень клевая, тоже как актриса. И там есть огонь, ребята, которые сделали все продакшн, они как-то не договорился ни с кем, и просто там в ночь устроили такой нормальный как будто огонь. И через полчаса смотрим, где-то мигалки ездят, и я такой, упс, я сейчас убегаю, и вы там разберетесь за все. Ну, все, слава богу, все было хорошо, у нас там все как будто нормально, ничего такого плохого, слава богу, не было. Но это было очень смешно, то, что еще такой эффект огонь, а потом эффект еще мигалки так ночью. Скажи, какие у тебя планы на Новый год? Я буду, наверное, Рождество отметить со своей семьей, как всегда, там подарки, все, елочка, много еда. А потом уже Новый год, когда самый Новый год, тогда я, наверное, уже буду работать, потому что я, в принципе, каждый Новый год работаю, мне это нравится, потому что я тоже уже с детства привык то, что когда есть какие-то праздники, мы всегда работали, типа, даже если я когда еще пел в хор, тогда мы тоже работали, и как-то такая привычка уже от детства. Поэтому Новый год — это для меня будет работа, но работа, моя профессия — это у меня праздник каждый день. Маркус, что ты хочешь пожелать нашим телезрителям на Новый год? Зрителям Европа Плюс ТВ я хочу пожелать счастья, любовь, здоровья. Это, ну, такой стандартный, да, но еще добавить еще, чтобы вы всегда почувствовали только самые лучшие, самые позитивные эмоции внутри. И если вдруг там появился какая, не знаю, там негативная энергия, не знаю, сделайте так, не знаю, убивайте эту плохую энергию, потому что я думаю, что мы все должны сделать только самые добрые штучки в жизни, и тогда все будет и вам хорошо, и для ваших друзей все будет хорошо, и так мы все будем жить на позитив. Маркус, спасибо, что пришел к нам в студию. Мы желаем тебе успехов, удачи в творчестве и ждем твоих новых работ, которые мы обязательно покажем в Maiden.ru. Спасибо вам большое.